Thank you.
Всем привет! Добро пожаловать на продолжение Dota Future Week. Меня зовут Кирилл Гришин, и я расскажу вам о стратегии Trinket на 2024 год и за его пределами. Более детально мы обсудим, где мы находимся в 2023 году, на кого мы похожи, кто нас может вдохновлять, какая у нас амбиция, какая у нас пятилетняя стратегия, фокусы на 2024 год и чем вы можете нам помочь. Поехали! Результат 2023 года. 2023 год был довольно успешным для нас. Мы построили 13 кофеен. Это больше, чем у нас было до этого года всего. И это классный рост. Помимо того, что это классное число, у нас было еще несколько других успехов. Первый из них мы запустились в двух новых странах. И 5 из этих 13 кофеен – кофейни, построенные в Казахстане и Дубае. А второе важный успех – то, что мы создали концепт «Поклонка» с новым лейаутом интерьера, с почти 100% диджитализацией заказов. И дальше мы этот концепт развили и применили этот интерьерный подход в Казахстане, в Дубае и в новых кофейнях в Москве. Мы построили новую мануфактуру в Москве, которая производит свою еду, и сейчас мы масштабируем этот подход в других странах. Мы увеличили разнообразие наших напитков, сделали систему дропов, и сделали очень классные визуалы, которые очень круто донесли в приложении. Прям восхитительно выглядит. Мы обучили 390 человек и наших первых партнеров. Ура! И несмотря на то, что у нас довольно много успехов, мы, к сожалению, пока еще не достигли тех целей, которые мы перед собой ставили. На 23-й год у нас были очень амбициозные OKR. Это store level EBITDA 30%, окупаемость юнита 3 года и бренд готовый к выходу в мир. И несмотря на то, что по каждому из этих направлений мы продвинулись, store level EBITDA в среднем увеличилась на примерно 1%, но уже есть кофейни с выполнением цели. Окупаемость улучшилась на 2 года, есть куда расти. И бренд, несмотря на то, что мы не достигли глобального восторга, мы сделали ряд вещей, в частности, в интерьере, в других областях, которые позволили нам его улучшить. Но мы еще не там по бренду, что вызовет нас абсолютный глобальный восторг. И здесь вот где мы находимся. Здесь важно поговорить о том, кем мы на самом деле являемся, с кем мы должны себя сравнивать и в какой логике мы живем. Если вы поймете это, вы лучше поймете, почему мы будем развиваться так, как мы будем развиваться. Кто мы, на кого мы похожи? Мы подросток. Вот, например, такой, какой слева или который справа. Вот здесь, например, им по 14 лет. И как у всех подростков, у этих подростков и у нас есть подростковые проблемы. Гиперактивность, какая-то неуклюжесть. Быстро вырастают, вот эти ребята наверняка тоже вырастали из одежды, а они, например, зависели от родительской поддержки, мы тоже. В общем, много общего у подростков. Но важное отличие тех подростков, с которыми мы хотим себя сравнивать, вот с этими конкретно, в том, что они обладали качеством, которого у большинства людей их возраста, сверстников, не было. И это качество, они были потрясающе многообещающие, потрясающе перспективны в том, что они делают. Вот подросток слева прекрасно плавал, был одним из лучших в США по плаванию и лучшим в своем возрасте. А подросток справа великолепно бегал. Он выиграл 100-метровку и пришел вторым на 200 метров в своей школе. Это обычная школа, но это школа на Ямайке, там все очень быстро бегают. И из этой школы, например, уже выпускались довольно известные спринтеры. И действительно у нас много общего, потому что нас объединяет, например, тот факт, что у нас уникальная генетика, и этим мы похожи. Очевидно, ребята слева достигали таких успехов, в том числе, потому что у них такая конституция. А у нас уникальный концепт, гены Dota, это тоже уникально. Ребята классно перформили на своем уровне в своем возрасте. И мы для себя, для своего возраста показываем классный перформанс, и у нас есть кофейни, которые показывают замечательные показатели. У ребят уже был тренер и была команда, с которой они работали. И на самом деле с частью из этих людей будут работать очень долгое время в дальнейшем. И у нас есть прекрасная команда, есть поддержка руководства Dota. А еще вот конкретно у этих людей у них был огромный голод до того, чтобы быть лучшими, и 100% отдача своему делу. И у нас тоже есть задатки этих качеств. И попробуем заглянуть немножко в будущее, раз мы сравниваем себя с вот этими подростками, посмотреть, что произошло с ними через 10 лет. Через 10 лет они стали легендами. Вот человек слева, Майкл Фелпс, стал абсолютным рекордсменом мира по количеству золотых олимпийских наград.
и 26-кратным чемпионом мира по плаванию. Легендарный атлет. И человек справа, Усейн Болт, это самый быстрый человек в мире, 8-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, один из величайших спортсменов современности. Их объединяет то, что они били рекорды, били все нормы и все, что считалось достижимым на момент того, когда они выступали. Они это делали в разных дисциплинах, на разных дистанциях, в разных странах. И они были недостигаемы очень долгое время. Не, они не вспыхнули один год, а они были на пьедестале, горели очень долго, ярко, более 10 лет. И до сих пор часть тех достижений, которые у них есть, они до сих пор остались непревзойденными. И мы рассчитываем, что с нами произойдет примерно то же самое. Мы будем показывать невероятную, рекордную лояльность наших гостей. Мы будем успешны в разных странах. Мы будем недостижимыми очень долгое время. И вот будем красоваться на ведущих информационных изданиях мира. Но имея такую амбицию, важно помнить, что наряду с вот этими двумя подростками, у которых все получилось, были тысячи подростков с очень похожими характеристиками, у которых не получилось. Каждый год существует лучший в какой-то дисциплине по плаванию в США, и уж тем более в разных видах спорта. Каждый год в школе, в которой учился Усейн Болт, есть человек, который выигрывает 100-метровку. И понятно, что это все происходит по всему миру. В мире есть тысячи, десятки тысяч подобного рода школ. И тем не менее, только у единиц получается достичь такого успеха. И понятно, что частично это связано с внешними обстоятельствами. Среда, внешние шоки, болезни могли привести к тому, что тысячи других детей с похожими характеристиками не достигли таких успехов. И то же самое верно и для нас. Существуют внешние обстоятельства, которые будут на нас влиять. Но в то же время у этих двух подростков было особенное качество, которое увеличило вероятность их успеха. И это качество, которое находится в зоне контроля, и их, а значит, находится в нашей зоне контроля. Это энергия и упорство. Энергия и упорство завоевывают все вещи, сказал Бенджамин Франклин. На самом деле есть много фраз и цитат про упорство, но они все сводятся к одному и тому же, что если достаточно интенсивно, достаточно долго, с достаточным восприятием обратной связи и изменением добиваться успеха в какой-то области, ты, скорее всего, этого успеха достигнешь. Что это значит для нас? И весь этот вообще опыт спортивный, в частности, таких атлетов, как Болт и Фелпс, что это может нам дать, в чем нам нужно применять нашу энергию и упорство. Первое в том, чтобы постоянно фокусироваться на фундаментальных основах. Вот Болт очень много бегал, а Фелпс много плавал. А мы должны очень много и очень упорно делать то, что является сутью нашего существования. Это, конечно же, продукт для гостя. Мы должны его постоянно делать, постоянно улучшать, постоянно задавать высокие стандарты качества и потом повышать их. Но что важно, что мы должны делать это осознанно и не надорваться. Потому что, например, для спортсмена критически важно не получить травму, которая потом может закончить его карьеру. На самом деле то же самое важно и для нас. Важно держать баланс. Второе, нужно применять энергию упорства в том, чтобы постоянно прогрессировать. И это значит, что нужно развиваться быстро. Фелпс, когда у него спрашивали про его развитие, он говорил, что он развивается очень быстро из-за двух базовых вещей. Первое, он просто очень много тренируется. Вот он рассказывал, что он тренируется в школе, в которой в бассейне, который работает 7 дней в неделю. Но большинство бассейнов в Америке работают 6 дней в неделю, в воскресенье не работают. А он, этот бассейн, работал 7 дней в неделю, и он все 7 дней тренировался. И таким образом, он получал лишние 52 дня в году, в которые он тренируется, а его конкурента нет. И только за счет этого, он говорил, он может быть лучше. Но он шел еще дальше, он тренировался вообще каждый день, 365 дней в году, в том числе на Рождество, на День Благодарения, на все крупнейшие американские праздники. И он говорил, что для него важна вот эта вот маленькая маржинальная прибавка, несколько дней, которая позволит ему выучить то, что не выучит другой человек, и стать на шаг лучше. Но мало того, что он проводил много времени за тренировками, он еще делал это очень интенсивно. В самые интенсивные свои моменты он проплывал до чуть меньше 100 километров в неделю. Это много и очень трудозатратно. И нам, собственно, нужен такой же подход перенять с точки зрения и интенсивности, и объема работы.
Понятно, что мы не будем, не знаю, каждый из нас не будет тренироваться 7 дней в неделю, 365 дней, но мы как команда должны быть все время сфокусированы на то, чтобы каждый данный момент, мы открываемся каждый день, и каждый данный момент нашему гостю давать лучшее и все время в этом прогрессировать. Вторая важная вещь – это фокус. Болт, когда у него спросили, когда он был совсем юн, что он думает по поводу первой Олимпиады, на которую он поедет, и какие у него ожидания, он сказал, что он думает, что надо завтра хорошенько потренироваться. Вот этот фокус на том, что у тебя находится в реальных руках, в реальном контроле, и ты можешь сделать реально лучше сам сейчас, очень важно сохранять. И это тоже можно перенять. И третье, нужно постоянно спрашивать фидбэк. У спортсменов, естественно, есть рядом тренер, который постоянно возвращает обратную связь, и помогает тебе быстро прогрессировать. У нас тренера нет, но у нас есть наши гости, у нас есть наши коллеги. Нам нужно жадно собирать обратную связь и реагировать на нее и улучшаться. И третье, нам нужно собирать команду, удерживать свою команду. Наших прекрасных сотрудников, наших замечательных партнеров. Мы вместе надолго, мы вместе заинтересованы в общем успехе. Итак, Фелпс очень хотел стать чемпионом в плавании, Болт в беге. А в чем хотим быть лучшими мы? Мы хотим быть самой лучшей кофейней на каждый день. С точки зрения нашей амбиции, мы хотим войти в топ-10 наибольших по размеру кофейных сетей в мире в течение 5 лет. И несмотря на то, что тот рост, о котором я рассказывал, в 13 кофеен, он приятный, он успешный, и его, конечно же, недостаточно для того, чтобы достичь наших целей на горизонте 5 лет. Наша амбиция – построить более чем 3000 кофеен к 2028 году. Это означает, что нам в среднем нужно стать в 50 раз быстрее, чем то, как мы прошли 2023 год. Это возможно, но это потребует большое количество усилий от нас. В чем заключается наша пятилетняя стратегия? Базово в 2024 году мы должны дотюнить, доуточнить нашу модель и сделать ее защищенной и устойчивой к разным шокам. А также сделать фундамент для будущего роста. В 2025 году на базе этой модели, этого фундамента, мы должны набрать скорость роста. И также стать прибыльными, перестать быть убыточными. И в 2026 году мы должны вложиться в рост, и, соответственно, в последующие годы сильно расти. С точки зрения стратегии на рынках, в России наша цель стать топ-1 на рынке. Это наш домашний рынок, наша крепость, и мы очень много будем фокусироваться на этом рынке. В Дубае наша цель сформировать витрину для мира и занять значимую долю для того, чтобы мир мог воспринимать нашу концепцию. А в мире это наша большая ставка, что мы в нескольких странах займем значительную долю, станем значительным игроком на рынке, и это будет несколько достаточно крупных стран. Таким образом, для 2024 года стратегия создать устойчивую бизнес-модель и построить фундамент будущего роста в России и Дубае и научиться тестировать новые рынки. Идея 2024 года в том, что качество гораздо более важно, чем количество. Это не значит, что количество не важно, потому что количество, например, кофеен, который мы строим, позволяет улучшать качество. У тебя есть где тренироваться, у тебя есть где улучшаться, у тебя есть что пробовать. Но качество абсолютно первично в этом году. И в 2024 году не так важны конкретные цифры, сколько именно кофеен мы построим. Как важно то, как то, сколько кофеен мы построим, какими они будут, как мы будем их строить, покажет нам рост, покажет нам путь к росту 2028 года. То есть мы должны построить 100 таких кофеен, что нужно будет просто повторить еще условно следующие 3000 раз, и мы получим нашу цель. Понятно, что все будет гораздо сложнее, но фундамент, основные элементы мы должны заложить именно в этом году, и мы должны на практике научиться, как этим пользоваться для будущего роста. Соответственно, самое важное – научиться, как строить предсказуемо успешные кофейни. И мы хотим это делать достаточно быстро, и наша большая амбиция в этом году – построить 100 успешных кофейн с ROI 3 года. Это очень большая амбиция, на мой взгляд, но она достижима, если мы вместе сфокусируемся на этой цели. В чем фокус 2024 года? У нас 4 основных фокуса. Первый, нам нужно делать потрясающий продукт, нам нужно над ним постоянно работать. Это означает починить все гигиенические проблемы, сделать хороший прогресс в напитках, в приложении и прорыв в еде, сделать бренд действительно готовый к выходу в мир, особенно в интерьерах.
сделать прорыв 10 шагов вверх по тому, как мы умеем собирать обратную связь гостей, обрабатывать и извлекать из нее что-то полезное для продукта, и построить фундамент для контролинга, который будет позволять контролировать качество на сотнях кофеен, которые нам предстоит открыть. Второе, лучшая бизнес-модель. Нам нужно создать 2-3 очень понятных, конкретных формата, которые можно реплицировать, которые полностью покроют планы по росту 2024-2025 года. Нам нужно создать операционную модель, которая масштабируема на всех этапах. В офисе, в мануфактуре, в кофейнях, в строительстве, в проектировании. У нас нигде не должно быть бутылочных горлышек, и все, что мы задумали, должно работать на масштабе. И третье, мы хотим создать такой прорывной концепт кофейни, который потенциально откроет нам новые горизонты с точки зрения цели и будет иметь потенциал роста более чем 10 тысяч кофеен в мире. Третье наше направление – прорывные возможности роста, прорывное умение расти. Здесь, соответственно, мы сфокусируемся на 5 вещах. Первое – наш like-for-like должен быть более 50%. Мы должны уметь постоянно растить перформанс существующих точек. Второе, мы должны привлекать новых гостей. И когда мы открываем кофейни, мы должны иметь столько гостей, сколько нам нужно. Здесь нет конкретной цели, потому что это зависит от формата, зависит от локейшна, экономики, кофейни и так далее. Но в целом мы должны выполнять те цели, которые у нас есть по новым гостям. Нам нужно уметь быстро строить и быстро проектировать. Нам нужно построить те 100 кофейн, о которых я говорил. И у нас должна быть вся инфраструктура, которую мы задумали на всех рынках. Четвертое, очень важный элемент нашего фокуса – это организация мирового уровня, обладающая мирового уровня компетенциями. И что мы будем делать в этом направлении? Первое, очень важно, нам нужно сделать существенный прогресс в аналитике. Понятно, что это долго, и тем не менее нужно пройти важную часть в этом году. Аналитика должна изменить свою роль от информационной к одному из ключевых двигателей бизнеса. Процессы должны стать гораздо более эффективны в очень разных местах компании. Сейчас мы довольно много тратим времени на обсуждение и времени потом на решение соответствующих вещей, потому что наши процессы работают так, наши системы работают так, что очень трудозатратно делать какие-то изменения. Мы должны по ключевым направлениям это преодолеть в этом году. И третье, нам нужна стопроцентная синхронность в принципах, в стратегии, как с точки зрения видения, так и с точки зрения их внедрения. Какая поддержка нам будет нужна? Нам будет нужна поддержка от коллег из ДОДА. Нам нужно будет IT. Много IT. Очень-очень много IT. Мы будем приходить, мы будем просить взаимодействия, мы будем больше с вами общаться, потому что мы действительно хотим развивать наше технологическое ядро. Мы все-таки приложение с кофейней. Потом нам нужно будет также много аналитики на всех уровнях, начиная от качества данных и их частоты, заканчивая качеством ML-моделей. Мы тоже будем с вами много по этому поводу общаться. Третье – лучшие практики. Все, что релевантно для нас, мы должны перенимать, учитывать, использовать и улучшать. И очень важно, что вы ими будете делиться. Четвертое – время. Заранее извиняюсь, но мы кому-то из вас будем приходить и просить тратить ваше время. Спасибо вам большое, что вы уже это делаете. Это супер круто. И мы будем, к сожалению или счастью, продолжать это делать. Мы очень надеемся, что это будет максимально аккуратное использование вашего времени. Но от кого-то из вас это потребует достаточно большого увлечения в то, что мы делаем. И пятое, очень важное. Пожалуйста, ходите к нам регулярно. Пользуйтесь нашими кофейнями. Покупайте наши напитки, покупайте нашу еду и давайте нам обратную связь. Подписывайтесь на канал Loop, Drink It, _feedback. Пожалуйста, заходите туда и оставляйте все, что вам понравилось и не понравилось, любую обратную связь. Также нам нужна будет помощь партнеров. Конечно, мы хотим, чтобы вы продолжали придумывать, как завоевать рынок вместе с нами. Чтобы идеи, которые есть по всем аспектам работы, мы ими делились взаимно. Чтобы у нас была взаимная приверженность друг к другу надолго, мы точно привержены долгосрочному сотрудничеству, очень надеемся, что вы тоже, и благодарим вас за ваши отношения сегодня. И последнее, фидбэк в любых проявлениях, что может сделать нашу работу лучше, офисную, операционную, как можно помочь сделать лучше гостям, как можно сделать вашу личную жизнь лучше. И последняя команда. У нас прекрасная команда, и очень важно, чтобы ребята продолжали заботиться о гостях каждый день, держали стандарты, их постоянно улучшали, давали фидбэк, обратную связь о том,
как сделать жизнь гостей лучше и как сделать им приятнее. Но также очень важно, давали обратную связь о том, как сделать приятнее конкретно вам. Пожалуй, все на этом. Вот у Усейна Болта была такая signature pose. И я все думал, куда же он показывает. И тут понял, что он, наверное, показывает на дринке. Но он просто еще не понял. В конце, когда он выигрывал, он все время вставал в эту позу. В общем, да, надеемся, что он показывает на дринке на следующую большой прорыв в кофейном мире. Спасибо вам большое за то, что выслушали. А нам пора бежать.